Четыре причины отказаться от обезжиренных продуктов. При недостаточном количестве жиров в рационе наш организм начинает откладывать про запас все липиды, поступающие с пищей. А это прямой путь к лишнему весу. Ученые провели ряд исследований, которые доказали, что присутствие обезжиренных продуктов в ежедневном рационе нарушает обмен веществ. Для усвоения кальция необходимы жиры. В 100 граммах творога содержится примерно 95 миллиграмм кальция. Если сделать подсчеты, получается, что идеальная жирность для творога 9%. Жиры являются основным строительным материалом в организме. Именно они защищают клетки от механических повреждений. Они ответственны за теплоизоляцию и поддержание иммунитета, а также борются с плохим холестерином. Как вы относитесь к обезжиренным продуктам? Пишите свои комментарии под видео. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на обучающий контент. До новых встреч, друзья!